Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа 112, и я ее ведущий Мирам Кушанширяков. Оперативная обстановка по области за прошедшую неделю. С 12 по 18 июня по области зарегистрировано 7 чрезвычайных ситуаций, 5 техногенного и 2 природного характера, в результате которых пострадал один человек. 13 июня в 00 часов 37 минут поступило сообщение о пожаре в городе Павлодар по улице Геринга в пятиэтажном жилом доме. В пятом подъезде на первом этаже происходило горение деревянных конструкций стены, входной двери на площади 6 квадратных метров. Силами ДЧС эвакуировано по лестничному маршу 10 человек, а также спасено 10 человек. В первую городскую больницу доставлены с отравлением продуктами горения средней степени женщины 1947 года рождения и 1979 года рождения, которые после осмотра врачей были отпущены домой. 14 июня в 10 часов 13 минут поступило сообщение о пожаре в городе Павлодар в селе Кенджиколь на территории частного домовладения. В отдельно стоящем гараже происходило горение деревянных конструкций кровли на общей площади 150 квадратных метров. Пожарными из гаража извлечены 4 газовых баллона объемом 50 литров. 15 июня в 21 час 33 минуты поступило сообщение о пожаре в городе Экибастуз. На территории частного домовладения полностью выгорел трехкомнатный отдельно стоящий жилой дом на площади 100 квадратных метров с полным обрушением кровли. 16 июня в 10 часов 56 минут поступило сообщение о пожаре в городе Павлодар. На территории частного домовладения происходило горение деревянных конструкций кровли летней кухни и складского помещения на площади 20 квадратных метров. 19 июня в 5 часов 27 минут поступило сообщение о пожаре в городе Аксу. На территории частного домовладения в кирпичном сарае и летней кухне происходило горение деревянных конструкций кровли с полным обрушением на общей площади 200 квадратных метров. Пожарными извлечены 3 газовых баллона объемом 27 литров, 3 кислородных баллонов объемом 50 литров. За прошедшую неделю зарегистрировано 2 природных лесных возгорания, которые произошли на территории Баймутского района на общей площади 463 квадратных метра. За отчетный период дежурно-диспетчерские службы департамента поступило 110 сообщений, из них о пожарах 7, о загораниях 77, о проведении аварийно-спасательных работ 9, о проведении поисково-спасательных работ 2 и 15 сообщений различного характера. Уважаемые жители и гости Павлодарской области, в связи с повышением температуры воздуха, Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области просит соблюдать требования правил пожарной безопасности в лесных массивах, пойменной территории, а также на дачных участках. До новых встреч!